Школьные каникулы во Владимире продлевают до 12 апреля. По обычному графику отдыхать учащиеся должны были ровно неделю, начиная с понедельника 23 марта. Но в связи с возможным распространением коронавирусной инфекции в горадминистрации приняли решение удлинить каникулы до 3 недель. Такие рекомендации дают в Министерстве просвещения. При этом глава администрации Андрей Шохин говорит, что надо учитывать реальные житейские ситуации. Ведь из-за внеплановых каникул далеко не все родители смогут отпроситься с работы или оставить малолетних детей на бабушек и дедушек. Решение из, казалось бы, безвыходной ситуации уже ищут. В частности, Шохин предлагает создание в школах города малокомплектных классов, которые посещают не более 10-12 человек, что, соответственно, ограничивает распространение, потенциальное распространение каких бы то ни было вирусных инфекций. Или, например, есть варианты открытия школьных лагерей с дневным пребыванием с условием, что общая численность детишек в школьном лагере не превышает 50 человек. Именно таковы санитарные требования в сложившихся условиях. То есть мы вот сейчас примем эти решения достаточно оперативно, чтобы известить всех наших родителей, ну и примем эти решения так, чтобы прежде всего безопасность и здоровье наших детей были вне всяких сомнений. Напомним, еще в минувшее воскресенье, 15 марта, глава администрации ввел во Владимире режим повышенной готовности. По постановлению Шохина ученикам разрешили осваивать школьную программу дистанционно. Более 2000 владимирских школьников воспользовались этой возможностью.